Ужесточить контроль по управлению водными ресурсами предлагает гидротехник со стажем из Кызылординской области. Алияр Асиитов, посвятивший сфере водного хозяйства почти полвека, считает, что внедрять новые технологии бессмысленно, если главы крестьянских хозяйств не научатся рассчитывать площадь орошаемых земель. В связи с этим эксперт предлагает рассмотреть механизм сотрудничества науки и сельского хозяйства. Продолжающий дело деда и отца Алияр Сиитов говорит, что именно специалист должен заниматься выравниванием и поливом пассивных полей. Гидротехник, который в свое время руководил 4 из 5 водохозяйственными объектами Щелинского района, уверен, колоссальные потери воды идут на полях с рисом из-за неправильной очистки каналов. Например, этот магистральный проток доставляет воду на 5000 гектаров земли в 9 сельских округов. Несмотря на то, что государство провело ремонт гидросооружений, сети внутри хозяйств остались без внимания аграриев. Если экономить воду, ее может хватить на многое. Для этого необходимо внедрить новые технологии. В хозяйствах уже много лет не чистят каналы, на шлюзах нет заграждений и коллекторов. Это все влияет на количество воды. С одной стороны, увеличилась фильтрация, с другой земля становится соленой. Поэтому важно, чтобы все хозяйства прочистили внутренние сети каналов, порядок, коллекторы. С мнением эксперта согласен его коллега, ученый Серикбай Умирзаков. Профессор, обучающий будущих гидроспециалистов, считает, что пришло время ужесточить контроль по управлению водными ресурсами. Нельзя позволять всем подряд сеять рис, потому что у многих нет на это элементарных знаний. А в некоторых хозяйствах и вовсе отсутствует специалист, который бы вел строгий учет воды. Для посева риса обязательно нужен эксперт. Посвятивший свою жизнь сфере водных ресурсов, Алияр Сиитов старался превращать территорию и окрестности гидроэлектростанции в цветники и имел свой яблочный сад. Даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает участвовать в делах родной отрасли. Асим Утешева, Камбар Бекенов, Ахан Алиев, Хабар 24, Кызылординская область.